очень странно, новый аккаунт и нет читеров, у него же чела кикнули, да, веселая карта, не поспорить, у чел даже скины есть, как? Я в шоке, я не понимаю, тем временем у нас два бота, уже три бота, чел просто писал, что он ливает, и один АФК, я просто в соло играю на этой карте, что это? Да, он лунбан получил, он реально ливнул. Сначала я планировал записать совсем другой ролик. Я хотел проверить, реально ли офис такая читерская карта. Но в итоге я попал в такую ситуацию, что остался один с тремя ботами. В итоге я не нашел ничего лучше в этой ситуации, чем попытаться их выиграть. Короче, вышло довольно весело и самое главное неожиданное. Вот, и как вы могли, наверное, заметить, я переехал, и все это я показывал в своем инстаграме, как бы вот он. Я его довольно активно веду, довольно долго, я не знаю, почему ты еще не подписан, так что вот тут у тебя ссылочка, и в описании она тоже есть, залетай. Короче, без лишних слов, 7 косарей лайк, и погнали. Так, ну что же, все, новый аккаунт очередной я сделал, и сейчас пойду в гонку вооружений, побыстренько набью второй левел, для меня это где-то полчаса, а для вас одна секунда. Все, изи второй ранг, думаю, можно спокойно запускать соревновательный на той самой карте, где играют больше всего ХВХ, и на которой все говорят, что реально много читеров. Это мы и проверим. Просто посмотрим, сколько читеров нам пойдется вот реально в первой катке. Просто на рандом запустил. Фух, наконец-то, реально. Поиск карты занял более 5 минут. И каждый раз постоянно кто-то не принимал. Все зашли, и я не вижу ни одного со вторым рангом. Тут я единственный. Довольно странно, говорят, самая читерская карта. Ладно, какой ранг бы не был у чела, играет ли он с читами, это просто вопрос времени. Hello, guys. Hi. Why kick? Челы уже хотят кого-то кикнуть. He will come back, I think. No, you go to eat. This is my friend. Очень странная хрень. Он запустил с друзьями, у него чел отошел поесть. И он его хочет кикнуть сразу, до начала игры. Странно, как сейчас просто идет своим чередом, просто все киллы потихоньку идут, у них вообще какие-то боты. У нас этот чел довольно жестко раздает. Ну и конечно же один уже ливнул, тупо АФК. Да, ну галил конечно говно, минус 93. Реально я ни у кого не вижу читов, просто челы, не знаю, голд ноу какие-то там, присел вниз у них пол. Очень странно, очень странно. Новый аккаунт и нет читеров. У него же чела кикнули. Да, веселая карта, не поспорить. А как я его не убил? Ладно, возьму бота. У чела даже скины есть. Калаш картель, да что это такое? У меня новый аккаунт абсолютно. Как? Я в шоке, я не понимаю. Ну это прям какие-то боты. А, ну это и есть бот. Да не, реально, ну... Тут прям новички, и читами даже не пахнет близко. Неужто эйс? Ну эйс, господи, я не понимаю. У челов против меня тоже есть скины. Просто новая ак без прайма, серьезно. С нулевым трансфактором. Нормальный пинг у нашего чела, 852, 881, 900, и еще второго 180. Тем временем у нас два бота, уже три бота, чел просто писал, что он ливает, и один АФК. Я просто в соло играю на этой карте, что это? Да, он лунбан получил, он реально ливнул. Ладно, попробую в соло затащить игру на офисе. Господи, что это за карта? Что это за карта? Кто здесь играет вообще? У них еще бот. Это... Я такого нигде не видел, серьезно. Магия офиса. Или чего-то паузу взяли. Не, надо будет тяжело выиграть, но я попробую. Забейте. Я просто выиграю один, мать его, в 5. Все мои тиммейты ливнули. Я один остался, и, кажется, я выиграю эту игру. Они просто попасть не могут. Они просто попасть не могут. Это был не бот.
на 14-1. Первая половина. По факту, в соло. Это хуже читер. У меня нет слов. Когда чела просто ливают и оставляют меня одного, это... Да, это у меня даже слов нет, серьезно. Ладно, может быть, за террористов будет чуть-чуть сложнее. Но в любом случае, это реально слабые челы. Да, Зидикал, конечно, что-то совсем изи. Они даже никак ответным огнем не отвечают. Последний раунд, кстати, решающий. ГГ. ГГ. Как? Просто все баны. Я вообще на 7 дней бан получил. Что это? 35 фрагов, остальные все заботы тоже мои. Ай, без шансов. Без шансов. Челы даже не старались. Но при этом кейсы дали им. Конечно. Короче, как-то так, изначально, как видите, я планировал записать совсем другое, но вышло, что я смог 1 в 5. Конечно, у них тоже челы ливали, но все равно, как ни крути, челы просто не могли меня выиграть. Я не знаю, 1 в 5. Это нечто.